любимые, мои дорогие друзья, зрители. Я очень по вам соскучилась. Сейчас я собралась, иду в полицию. В этот раз это не связано с Рохитом. Я заняла деньги няни нашей, той первой, которая сидела с Энджел раньше. Несколько месяцев она у нас работала. Я, в общем, заняла ей деньги, и она мне их не отдает. Просто морозится каждый день, обещает. Она мне заблокировала, Рохита заблокировала. С других номеров, если берет трубку, то молчит. В общем, я не хочу, чтобы это оставалось безнаказанно, потому что это мои деньги, и я знаю, как они мне сложно достаются, как я их зарабатываю с ребенком на руках. Почему должна дарить какой-то непонятной тетке, которая у меня заняла, пообещала вернуть. В итоге я жду 3 недели. И, в общем, ничего пока. Ну, я надеюсь, что полиция будет на моей стороне. Полиция, в принципе, всегда на моей стороне, на стороне иностранцев. Тем более, у меня еще есть ее документы, которые она приносила раньше, когда работала у нас. Так что я ее попробую наказать. Занесла свою куртку, но у меня, правда, не очень чистая, лежала долго. Change. Дек. Я вала change. А? Ну? А вер? Сами дек лежи. Хе? У меня поломалась молния еще в прошлом году на моей куртке зимней. И я, в общем, хочу поменять молнию, постирать куртку. Нам скоро лететь с Энджел. Будет прохладно там. Не поменяли мне эту молнию. В одном месте сказали 500. Но они сами не уверены в том, что они могут поменять эту змейку. Поэтому я не сдала им куртку, в другом месте узнаю. Сейчас зайду, куплю себе сладенькое, опять мне тянет на сладкое. Недавно тут брала тирамису, пироженка, боже мой, это очень вкусно. Я недавно похудела, сейчас опять, мне кажется, наберу вес. Тирамису сегодня нет, я решила взять вот этот себе. А, все, yes. Сейчас вызову. Don't have. I don't have online. Change you have? Мне уже не нравится сегодняшний день тем, что мне не везет. Куртку не сдала, пироженку не купила, у них нету change. Просто, по сути, они отказываются от клиента, потому что у них нету размененных денег. Сейчас поеду в полицию, посмотрим, как там будут. Полистейшн Четербург. Все, еду в участок. Я, честно, друзья, вот не могу понять таких людей, как мама. Это няня. У меня просто одни плохие слова в ее адрес. Ну как так можно? Она прекрасно видела, как я работаю. Раз она сидела с малой дома, и когда у меня тогда пропало 50 тысяч, я уже теперь знаю, кто это украл. И именно из-за этого я сейчас еду в полицию. 1000, может быть, я простила то, что я там заняла, но те 50 тысяч, и в этот раз просто из меня дурочку сделать и обещать мне каждый день, каждый час, что она скинет деньги, просто в итоге потом меня заблокировать, это просто, ну, я скорпион сама по себе, я очень добрая до поры до времени. Я не такая, что, ну, ее Бог накажет. Ее Бог не накажет, ее уже наказал как-то Бог, когда она родилась без мозгов, и она попадала уже в аварии, ее сбивала машина, но ничего, как вы видите, не сработало, она продолжает кидать людей, и не зря ее уволили оттуда, где она работала раньше, до нас. И не зря я ее уволила. Поэтому я не хочу, чтобы этот человек просто продолжал вот так воровать у людей деньги. В
Поэтому я попытаюсь что-то сделать. Все, что будет в моих силах. Все, чтобы она не осталась безнаказанной. Все, я приехала в полицейский участок. Настроение у меня максимально плохое. В эти дни у меня жесткая депрессия, что я просто еле держу себя в руках. Каждый день в слезах. В общем, ребятки, захожу я. Не буду тут снимать. Май гад, вы просто посмотрите, сколько их. Их очень много здесь. Очень много. Я никогда не видела столько много обезьян. О боги. Как мне пройти туда? Я боюсь. Ничего себе, ты ловкая. Ой, блин, они все сюда идут. Ой, мамочки. Все, написала я заяву, теперь иду домой. Пытаюсь ловить... О, рикшу! Боже, спасение! Я надеюсь, она пустая. Иду просто село-село. Фу, неизвестно, сколько мне еще идти, если эта рикша занята. Рикша, рикша, рикша. Вот там. А, блин. Заблокирована рикша. Я уже столько иду. Тут, конечно, красивые виды. Очень зелено пахнет зоопарком, потому что тут и коровы, и обезьяны. Но да, это классное вообще место. Ну, сложно по жаре. Фу. Интернет у меня закончился, байк вызвать не могу. Вот. Но я довольна, что я написала хотя бы эту заяву на няню. Не знаю, будет ли это как-то, будет ли она как-то наказана, но хотя бы я сделала все возможное. Я также сказала, что она работает в другом месте. Как она мне говорила, мой босс, вот мне мой босс отдаст деньги, и я вам верну. То есть она где-то работает. И также людей кидают. Вот, поэтому я это написала. Боже, хоть бы кто-то сказал, Саша, может тебе подвезти? Все же проезжают, видят, что я иду, у меня нет ни скутера, ни велика, ничего. Ох, сложно. Вот, кстати, машина какая-то остановилась, но я в машину не сяду. На скутер еще бы села, на байк. Села я в рикшу. Спасибо этому дяде, что он тут проезжал. Фу, жарко очень сильно.